Собакам и кошкам грозит голод. Защитники бездомных животных просят о помощи. Запасов еды во временном приюте для дворняг практически не осталось. На сотню четвероногих всего 4 мешка корма. И теперь выжить дворняги смогут только, если откликнутся горожане. Корма требуются для собак, которые содержатся уже за счет пожертвований, не за счет бюджета. Те собаки, которые социализированы, контактные и готовы к пристрою, ждут своих хозяев, но их оплачиваемый срок из бюджета города Екатеринбурга закончен. Они содержатся исключительно за счет пожертвований. Это как раз тот случай, когда помощь лишней не будет. В месяц только одной собаке нужно 15 килограммов сухого корма, а постояльцев здесь больше сотни. Ну а щенкам нужен влажный корм. С удовольствием здесь примут и крупы. Кашу уплетают все хвостатые постояльцы. Кроме того, приюту нужны старые одеяла, пледы и матрасы, чтобы обустроить вольеры. Лето нынче холодное. Всех неравнодушных ждут в пункте кратковременного содержания животных, который находится на территории спецавтобазы по адресу Посадская, дом 3, ежедневно с 10 утра до 7 вечера. Передавать пожертвования можно и через волонтеров.